Привет, меня зовут Пепсик, и сегодня я покажу вам новых летающих крампетов Тока-Бока. Да, вы не ослышались, эти крампеты реально летают. Ну а каким способом их можно будет получить, узнают только подписчики моего канала. Поэтому прямо сейчас поставь свой королевский лайк на это видео, подпишись на канал и самое главное, включи колокольчик, а то новое видео выйдет, а ты все пропустишь. Ладно, теперь к делу. В сегодняшнем нашем эксперименте поучаствуют 4 персонажа. Это Леон, у которого в руке зелененький крампет. Потом это у нас будет Рита, у которой в руке целых 2 крампетика маленьких таких. Один поваренок, второй игроман. А потом у нас пойдет Зак. У него, как вы видите, крампет-бейсболист и крампет в домике. И последнее у нас будет Рита, у которой крампет с телефоном и у которой крампетик в огурец. Речной маске. Итак, что же мы сейчас с вами будем делать? Посмотрите, у нас есть 2 вот таких вот персонажика, и мы сейчас вот этого мальчика превратим в крампета для основного персонажа. Посмотрите, как это выглядит. Мы вот сюда вот наводим, отпускаем, и смотрите, что произошло. Теперь у нас маленький мальчик является летающим крампетом. Но это еще не все. Хопа, и у нас теперь получается у мальчика тоже есть свой крампет, и все они вот так вот летают. Это нереально круто выглядит, нереально круто смотрится. И давайте попробуем сделать что-то похожее, например, с Леоном. Например, мы сейчас возьмем Леона, возьмем этого мальчика и переместим мальчика просто пока что на пол. Дадим ему в ручки крампетика. Теперь передадим обычному персонажику. И теперь мальчика сделаем крампетиком Леона. Причем летающим крампетиком. Посмотрите, как это круто выглядит. И это просто что-то невероятное. Давайте возьмем вот этого вот малыша. И хопа, и у нас получается так, что это тоже у нас становится крампетиком, который тоже может летать. Посмотрите, как это круто можно переключать, смотрите, что произошло с Леоном, с его крампетами, и это просто что-то невероятное, друзья. Это реально что-то вот, что-то с чем-то. Если тебе понравились эти крампетики, то подпишись на канал и поставь лайк на это видео. Ну а если ты это уже сделал или сделала, то скинь это видео всем своим друзьям, пускай тоже посмотрят на вот этих необычных и замечательных летающих крампетиков.